дракон, виверна. Не, не виверна, точно дракон. Потому что есть кристалл в груди? Нет. Потому что четыре лапы. А, ну да, точно. И отдельно крылья. Да-да. Виверна, они шелкокрылые. Угу. Эти дракошки. Двуногий приперся? Да, я так и думал, что двуногий. За что ребенка-то? Ради камня. Сука. Вот же ж гандон. Ради камешка, потому что жестокие драконы убивают людей. Ага. Сучки свои принес. Чтоб подкатить. Пизда вам, надеюсь. Типа под цвет ее глаз. О, и она теперь драконом станет. И она же его и убьет, наверное. Или он ее убьет. Да, он решил, что это дракон убил его возлюбленную. Да-да-да. Что ожидал, ублюдок? Ты убил ребенка, твар. Ну, против большого дракона бы он не вывез, вот и убил драконьего ребенка. Ну да, ну как видишь, начал кидаться на большого. Баран выгнал. Козел. Или баран. Странно было нарисовано просто. Я озвучила. Нечто среднее. Козлобаран какой-то. Но он мекнул. Пернатые драконы накинулись. Злобные питучи. Ага. Судя по всему, ученик чародея. Ну да. Что-то типа того. Либо он хочет просто стать волшебником. Да. Так, вот это мне и нужен. Хочешь, чтобы он ее расколдовал? По
походу. Ну, по одной, кстати, из легенд драконов же превращаются в обезумевшие от алчности люди. А, ну да, они же часто в золоте лежат. Он ей показал этот... ту самую башню. Угу. Ну, короче, это... гнездо драконов. Что им туда. Нет, интересно, а дев... Не на кого, не на ту ты свою месть направила, драконша, ты глупенькая. Ну, вопрос в другом, а знала ли баба о том, как он достал этот кристалл, ну, или нет? Ну да, и просила ли она его вообще, либо он просто, чтобы подкатить, и чтобы она согласилась стать его женой, достал. Mm-hmm. Тут все зависит... Ты посмотри, он от... цвета твоих глаз. От того... Be my baby. Тут все зависит от того, чего мы, к сожалению, не знаем. Ну да. Пока что, мне кажется, что девчуля немного несправедливо пострадала. Вполне может быть. В любом случае, напрямую виноват этот говнюк. Ну да. Это он, судя по всему, просто в доспехах. Скорее всего. Надеюсь, консерва жареная хорошая получится из него. Магия жизни. Или что-то типа того. Ха-ха-ха! Ни хрена не магия жизни. Сделал Стича. Да, из жабы Стич. Вообще гремлин какой-то. Ну да. Забавный, кстати. Да. Скорее всего, это какой-то такой жаба-дракон. Ля, зачилил! И все, с ними полетел. Жабакон. Дракушка. Дракушка, да-да-да. Звучит как это, как ракушка. Ну, дракушка. Люблю я странные слова. О, этот хуй. Мстя. Мстя. Не пофиг, что на нем человек сидит. Вообще на всех насрать. Хуйло, блять. Ну, волшебники же не злые, ты чё? Волшебники же тоже злые не бывают. Давай, дракушка, укуси его за буку. Она теперь уже не смотрит, что это ее жених. Она не знает, что это он, мне кажется. Возможно. Она такая, упс, я так не пробовала еще особо. Не рассчитывала, типа, что так сильно жахнет. Да не, видишь, он жив цел. К сожалению. Она не хочет ему вреда приносить, ну как бы. Ну она вообще, возможно, не хочет просто человека убивать. Ну как бы да. Кожа довольно мягкая у драконов. Меч довольно острый. Ну и она так... дракон такой. Начинающий. Крайне. Но неопытный дракон. С
сильно ранил ее. О, сейчас отвалится, и она станет человеком. Разбился. Даже в одежде сразу. Оба! Фига ты полезный. А вот ты мразь. Да, видать, она не знала. Спрятався. Дракушка, спрятався. Да. Ну шо, пришел засранец. Его в дракона превратить, что ли? Мне кажется. Да. Драконёнок. Угу. Видать, может, там душа в этом? В камне их получается. Возможно. Или просто она его сделала драконом. Только смысл тогда. Показать, каково это быть драконёнком. Ну да. Масеньким дракончиком. Просто... Или ты убил моего сына, а ты теперь будешь вместо него. Да, только я же говорю, это же все равно ее сына не вернет. У тебя типа что, логика? Любой сын, но... Лишь бы сын. Я же дракон. Что ты хочешь? Ну, она разумная. Очень даже. Ну, примерно вот как они, наверное. Да ну нет. Ну так-то да, ну странненько немножко. Давай до конца досмотрим, прежде чем делать выводы. Ну это был конец. Просто я к тому, что если она просто его превратила в дракона, зачем ей его воспитывать тогда? Может, предыдущий тоже был человеком. Как появляются дракончики? Может быть, не драконы, не яйца сносят, а вот так вот. Ну, может, может. Находит говнюка. Все может быть. И обращает дракона. Кто знает. Да, красивая анимация. И история интересная. Мне что-то Dragon Dogma вспомнилось. Ох, да. Все в ней охеренно. Кроме анимации в 25 кадров. Если не в 20. Да разве там проблема была не в компьютерной графике? Стрёмной. Ну, да, но она еще и... смысл там был не только в том, что компьютерная графика стрёмная, а в том, что она еще и рвано двигалась. Ну да. Там графонистая графонистость.